Используя информацию из текста, отметьте пункты, соответствующие диаграмме Эйлера-Вена. Молодой человек, о котором рассказывается в тексте, осуждает организаторов, подошедших к порученному делу формально. Профессия должна всегда нравиться, и Варька всегда была тверда в своем выборе. Она так полюбила своих питомников, что в конце концов также устроилась туда на работу и выбрала своей будущей профессии профессию птичника.